прием для взрослого населения Первомайского сельского округа пройдет 18 марта с 9 до 13 часов в участковой больнице номер 3 села Юровка. На бесплатную консультацию терапевта, невролога, эндокринолога и других специалистов приглашаются все желающие. Посетители Дня здоровья также смогут измерить рост, вес, артериальное давление, сделать флюорографию, экспресс-анализ крови и другие обследования. В эту же субботу в Благовещенской состоится детский день здоровья. Маленьких пациентов ждут с 9 до 13 часов в станичном доме культуры. Без выезда в город и предварительной записи родители смогут показать малышей детскому кардиологу, офтальмологу, неврологу, сделать им УЗИ и кардиограмму. Всем посетителям Дней здоровья необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт и страховой полис.